Уже 3461 горожанин получил первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции. Второй – 2401 человек. Сегодня лабытнанские врачи привили еще 200 пациентов. В штатном режиме работали стационарные кабинеты в поликлинике. В ледовом центре «Авангард» принимал мобильный прививочный пункт. Репортаж Ирины Волокитиной. Очереди перед мобильными прививочными пунктами в Лабытнанге становятся делом привычным. Число желающих обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции увеличивается с каждым днем. На прививки горожане уже приходят целыми организациями. Сегодня более 100 представителей учреждений образования собрались в «Авангарде». Я уже переболела ковид, но я решила сделать прививку, потому что у меня уже прошло полгода после болезни, и врачи рекомендуют делать прививки. Все делают, я тоже делаю. Болеть не будем. Супруга решила вакцинироваться, я решил то же самое сделать. Ну, вместе уже надо. Я бабушка в первую очередь, у меня много внуков. Я хочу спокойно съездить в отпуск. Поэтому я до отпуска просчитала и решила, что как раз два этапа вакцины у меня пройдут, должны выработаться к августу месяца хоть какие-то антитела, и поэтому я решила самостоятельно. Антитела появляются уже на 21 день после прививки, уточняют врачи. Вакцина «Гамковитвак» хорошо зарекомендовала себя на практике. Полностью привились более 2400 человек. Никаких осложнений и побочных эффектов зарегистрировано не было. Лабытнанцы доверяют отечественным препаратам. Безусловно, я доверяю российской вакцине и считаю это необходимым вот в данной ситуации предостеречь себя и близких от нежелательных каких-то воздействий. Доверяю. Надеемся, что так же, как и от гриппа, будет хорошая прививка, вакцина. Доверяю. Раз все делают, значит, нормально должно быть. Я так думаю. Сегодня делали прививки те сотрудники сферы образования, которые заранее записывались. Все данные о них будут занесены в специальный реестр. Но главная цель вакцинации – крепкое здоровье. Ирина Волокитина, Дмитрий Свирид, программа «Время местное».